Я не буду не произносить там ники тех, кто близко к лечу стоит. Если вдруг вы умрете, даже если ДК сейчас вылетит, и вы умрете. Даже если ДК в Долоран портанется танк. Я начислю вам ГП. А если я это спрыгну, короче, с платформы нахуй, а лич меня не догонит и не убьет. Нормально все будет? Ну, да, тогда на скиле. Понял, тапки оставляю под это. Диспелит Серсея, чему? Я подиспелил. Дайте город ДК. Ну когда его взять? А блять, табэх, ёбаный в рот. А надо кастовать иссушение обличания? Ну что-то у меня НК так и не появилось там. Конечно, что, какое иссушение? Пытка бесит, да и всё. РДД-ловушка, РДД-ловушка, РДД-ловушка. Чуму смотрим, выносим обязательно. Дарксайд чума. Код чума, диспел. Хорошо. Мили-зона-ловушка, милики-ловушка. РДД ловушка и чуму смотрим 3 секунды. Кис, чума, кис. Диспел. Ты не диспелила его. Бежим. Я диспелил, он просто выбежал когда. БДК ловушка, БДК ловушка. Тупые инвалиды. Я сейчас не вижу, что ты танчишь его боком. Я сейчас вижу, что ты перед ним стоишь. Падайте. Если я в нем стою. Ты не в нем должна стоять, лич должен боком стоять. Правее ты должна на два шага стоять. Ты понимаешь, что ловушка должна кидаться либо спереди босса, либо сзади босса, и не туда, куда бегут милики. Спасибо, Алина. Я не видел, братишка, смотри. Ну, это мешало тебе диспелить? Я как бы, смотри на мой трупик, я прям в центре лежу. Видишь, где я лежу? Я себя диспелила, но ты очень долго стоял в рейде. Ты нихера не диспелила. Че по диспелю там за 500 голд, ребят. Блять, Олежка, диспель ты, диспель ты, Олежка. Если ты хорошо диспелишь, ты нихуёво. Давай ты диспель, а я лучше бурсану на ХПС. РЛ можно на ШП лучше? Место мало. Да заходи. Там... Сойдет этот Дима хапаун, что я лагаю, слышно меня? Сам ты это должен. Могу зайти на протопал и все подиспелить. Зайду позже, может отпустит. Да, чего там? Шея, да, просто не упала? Да не. Да отвали, все слушай. Сам диспель. Нравится сам диспель, все равно не ДПСишь. Псих, ты чему будешь диспелить сейчас еще? Ты хила, ты сможешь это делать? Да я или смогу мне... его одного захилить. Вот это мне нравится, подход такой. Слишком когда человек, сразу натурал заходит, как бы и все. Я тебе одну могу еще позаливать. Давай. Ваня еще сам себе ДП начислил, да, за то, что отвалился. А с каких пор у нас начисляется ЕП тем, кто ливает? Так он не ливает. Ну а что он сделал? Он сделал. Ну, как бы я не знаю, у тебя вроде IQ больше, чем у меня. Почему ты? Тыкайте, блядь. Ну вот я и говорю, я не понимаю, почему ЕП. Если ты не доходишь до конца рейда, мы вешаем КД на другого персонажа. Как бы тут что-то от чего бафы. Много раз вопросов не возникало у людей. Ты да. Можешь ничего не бафать. Нервный бал, вставай, пожалуйста. Нормальный тип, но хочется тебе ГП начислить. Виталик, поставь шкаф.
Нет, не диспелить или нет? Нет, у вас шанс подиспелить. Ты не диспелила, понимаешь? Диспелил. Красава, это карма, карма. Ну чё, ребят, повайпаемся? Ну а как без этого? Тыкай. Мы же не на анбафе, чтоб с первого раза убивать. Скажешь, как тут что будет? Не, я пока что магом. Убью мага. Че? Мага убью. Шило на мыло поменяли, типа с 306 зашел на 506. С мага 6 на 300. Нервный пал, вставай. Какой раз? Второй или третий был? Ром. Второй пока. Рома. Да, Дмитрий. Ты слышал новый альбом Эминема? Да, конечно, слышал. Вообще, там вообще песни бодрые. Но я, правда, штук 6 только успел послушать. Забываю. Сейчас буду на ночь слушать. Но мне они все вообще понравились, вообще все. Видел последнюю серию «Ходячих»? Не, вот ту, которую ты мне скинул, еще не видел. Бибоп тут? Бибоп в спойлере. Да я по диспели, ё-моё, конечно, не умею, Олежка. Ты же не слышишь, что я сказал, что у вас шанс будет диспели? Ты только что орала, диспель сам, теперь говоришь, я по диспелю. А чё он пишет то, что я ни хера не умею? Ну ты же умер, лог, значит, не умеешь. Так он пишет, это Диме. Всем привет, ребят. Привет, человек. Варенька тут? Я вместо него. Сик, возьми твинка, пожалуйста, в гильдию. Твоего? Да-да-да. Давай потом, после рейда. Не-не-не, давай сейчас, пожалуйста. Ну, напиши доброму лосю. Вот, три плюсика. И что у тебя три плюсика, конвертерник? Так и хочешь нарисуй все эти три плюсика. Не, я хочу волчать нарисовать. Давай, Сик. Ну еще раз прицели. А я не могу понимать. А, нет, подожди. Три или четыре тогда, в этот Давай раз. Еще раз, четыре. Как? Конвертер? Четыре. Да. Пиши МД 6.5 отпал. Как? МД 6.5 отпал. Слово перед 6.5 арпал, не знаю такого. Бля, есть же шаман в гильдии МД. МД. Все. Псих, раздай, пожалуйста, кресты, псих. Давайте фулбаф. Блин, Рома, в начале райда ты жрал, в конце райда ты жрёшь. Проглоди, бля. На конфетку ем. Что, можно расходиться? Красный крем? Еще дуба. Повесили КД. А, ну ладно, уже не успел, нервный пал. Эти маны. Выключите, пожалуйста, ауру коня. Васап, ты в РК? Да, да. Ты кружок первую станешь, по-моему. Окей. Нейкист, ты какую станешь, Нейкист? Я что станю? Ты ничего, ты резервный. Так всегда. А кто у нас БДК? Павы. Дай Певчий, маны. Рискат и Вендетта. Чуть не надо. Певчий. Все готовы? Запустил лича. Смотри, Аве, малыш, солнышко. Вот ты стоишь, ловишь лича такая, танчишь его. Кидается ловушка, неизвестно куда. Вообще куда угодно накидать. Ты идешь вот так вот, идешь с личом. И вот сюда становишься. Вот тут ты стоишь, короче. Вот тут.
Вот тут стоит лич, смотрит вот туда, короче. Вот туда он смотрит. Вот тут мрази эти стоят, которые на ловушках улетают постоянно. Ну, милики в смысле. Поняла? И ты на каждой ловушке его вот так поворачиваешь, тогда милика, ну, это только надо быть особенно конченным, чтобы попасть в эту ловушку. Это прям нужно талантом обладать. Просто надо готовиться, тренироваться и попасть в эту ловушку. За косарь гауды стану конченной мразью. Бафните, пожалуйста, дух, жрецы. Большое спасибо, РДД в звезду. Одна секунда. РДД ловушка, двигаемся. Только не бейте этой джагой. Чума так. Сейчас. Пожалуйста, вынесите ее. Рискать чума. Холипал диспелит. РДД ловушка, двигаемся в звездочку. Милики, двигайтесь тоже. Блин, только сам себе диспель. РДД, ловушка, двигаемся, РДД. Лютый, заливай ману с Серсейки, злой ван, чума, диспел. Хорошо, не кричи. РДД, ловушка, милики, проходите, мы не достаем до лича. Милики, умоляю. Ауе. Чумос, прото, паладина, диспел. Мелизона, ловушка, мелизона, ловушка, мелизона, ловушка. Анти-чума. Красную каплю Нейкис на прото-паладина. РДД, ловушка, уходим на край. Протопал, уходи далеко. Милики, не попадите в ловушку слева от вас. Ты как-то говоришь странно стал. Ну я для даунов говорю, короче. Диспел, чума в рейде. Чума в рейде, диспел, ловушка, убежали все на край. На край, ловушка, там милики. Наберите, пожалуйста, рейндж, войд, щит себе и гимн на ману. Чума в рейде, диспел. Диспел чуму. Умоляю, большое спасибо, еще диспел. И последний раз. Ой, блин. Чума на вордлаках в центре. Продолжаем, диспели чуму. Гимн. Вой только что пел гимн. Тебе что, его мало? Дайте иннер и серсей, я тоже дам. Какой-то натурал вынес чуму, я ему хлопаю стоя. Спасибо. 4 шедоу приста, пожалуйста, вы разбивайте шары, летящие к нам. Уважаемый рейд, становимся справа от лича, станем валик. РДД и хилы из-под них выходят, все остальные дамажим валик очень сильно. Блять, ты можешь нормально разговаривать? После этого РДД остаются по краю, все. Три хила в центре, милики тоже выйдут по моей команде к боссу, к трону. К трону, да. Шар впереди. И все справа чуть-чуть от босса, в звездочку. Катки наливаем, рост. Алина, рост. В звезду. Готовимся станить валик. Уничтожаем трех валькир. РДД набрали рейндж от них. Все, РДД по краю, хилы в центр. Это раскрыление стоит. Вендетта. Хант, ты выйдешь прям... служить, ты даун, что ли? Дебил, сука. Вендетта, выйди с лужи! Милики, по моей команде выходим к трону. На счет три. Раз, два, три. К трону, Мелизона. Валик не бьем, в босса играем. В босса играем. Кружок бьем в центре, в кружок все.
Один круг разбиваем, вышли с лужи. В круг и в босса. РДД и хилы по краю стали. Молодцы. Псих, ты станешь ромбик теперь. Набрали рейндж, из центра вышли, сейчас лужа будет, все из центра. Лизона на счет 3 к трону, 1, 2, 3, молодцы, я вижу, вы уже все далеко. Вендетта, лужа, и все в звезду, все, стой здесь, лича не двигай. В звезду стали, станы валям точечные. Фант, ты не будешь сбегаться к нам? Бьем первую. 3 вали бьем. Круг и ромбик приоритет. Если вы точечно дамажите, то бейте круг и ромбик. Лучше ромбик. Убиваем треугольник. Лужа. 1 секунда, лужа. Лича в центр. Станем валик и бьем лича сейчас все. Сбежались в центр все. Станы валькира, мы быстро на край бежим. 41, ром. 43, я вижу. 42. Станы валим и на край. Быстро на край. Пошли на край все. На край ушли. Сквернение, секунда. Все, зашибись. Сакру рейду, сакру рейду. Да. Протопал сакру, хорошо. Захил, захил, захил. Все, ШП шары. Бенч вурман, щит себе. Бенч вурман, щит и гимн на ману. СС, пожалуйста, на БДК, Виталик. Там есть уже, должен быть. Отверните, отверните духов. Надя, есть СС? Она сосредоточена на агро, она не может тебе ответить. Есть, СС, все нормально. Задотали духа, лича на край после комнаты. Смотрим за агро духа, не вздумайте его сорвать, дайте сало ему. Идем за звездочкой. Лютый, твой звездопад сейчас готов? Да. Ты даешь звездопад, ты красава, в звезду все. Бежим дальше. Давай, Кощуга, твой триумф, брат. Двинулись чуть-чуть вперед, здесь захилимся, вот здесь стоим, хилимся. Давайте, двинулись. Здесь хилимся. Не надо иссушением бить. Идем. Че, идем? Стоим. Пошли, двинулись. Идем. Ой, я тупой, да? Ничего страшного. Идем, идем. Я ж индивидуально тупой, не можем. Идем. Все духа добивали. Лича на край, лича на край. Вышли с лужи. На краю лужи никто не останавливается, она продолжает все время расти. Все время метров на 10 от нее отходим. Давай, перебегаем на другую сторону к трону и спокойно бьем лича. Протопал ловит. На протопале нет СС-а, поэтому прожимайся аккуратно. Стань там их, отбегай, таунти. Тарелка кидай в них. Осквернение 3 секунды, миллизона рейндж. Я зависла. Редстоун, лужа в склепе. Красава. Развисай, пожалуйста, зая. Развисла? Ты развисла? Нет. Стой. Да стой, ну сейчас... Прижмитесь к боссу. Лина, ты развисла? Нет. Алина, сейчас будет комната, нажимай буковку W. В, блядь. Она сейчас еще будет работать. Идем. Да отключите музыку. Идем. Войд, гимн на ХП. Идем.
Давайте гимн на ХП присты, певчи, гимн на ХП. Сакру? Я поход. Сакру. Не надо, сакру, не надо. Ну ладно, дал. Ничего страшного, дал. Звездопад идем. Че, ДК там тут прожмется? Алина умерла. Да, не, она нормально будет. Алина, скажи нам, пожалуйста, сообщи информацию, когда меня ты развиснешь. Вовка вылетела вообще просто, я сейчас опять. Это очень меня плохо. Ты мертва, это нам не поможет. Идем. Лича, все к порталу, к порталу, к порталу. Ману, ваш шансу заливаем. Вообще, у тебя все нормально, тебе не нужны иннеры? Пока нет. Что нет. Ну там он типа. Ой, ты пиздец. Гневом небес можно станить этих духов. Чего они все летят в рейд у тебя? Пожалуйста, хилы, хоть вы не умираете от духов. Это очень жестоко будет, если вы погибнете. Лютый, ты даешь звездопад в комнате, я хилю рейд. Осквернение 3 секунды. Приставай и убегай от духов. Желательно сразу в тучки, потому что они в меня спускаются. Не вставай, не вставай, не вставай. Давайте бафы присту. По телу не резните? Да нет, конечно. Когда чешка? Освободите ауру тьмы. Давайте бенчвормер гимн на ХП вот здесь. Я читал уже. Идем, значит. Войд, у тебя там как с гимном дела? Я упал. Ну ты конченый. БР есть, нет? Нет. У меня все гимны есть, и тут это есть. Идем. Короче, когда выйдем из комнаты, Лютый, подними киса. И будем добивать там. Идем. Псих красава, сразу видно. Кощуга еще лучше. Бибоб, который хватает рейд, тоже красава. Уходим все к порталу быстрее. Шурупец, красавчик. Мутант, конечно, покрасивей. Три сейчас опять стреляют. Блин, Коль, у тебя какие-то трудности с этими духами. Они реально все в рейд летят. Вести Виталик, стоять. Вставай. Призови пета только, Виталик, мгновенно. Чего? Не, вести. Осквернение 2 секунды. Шурупец, учти, пожалуйста, брат. Все хорошо, молодцы. Ну плохо, но...